Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре еще один популярный набор. Сегодня это набор Омбра, код товара OMT-131S. Состоит он из 131 инструмента. Набор очень популярный, благодаря своей комплектации. Тут практически в нем все присутствует, ну, кроме, кстати, воротков и 12-гранной головки. Но здесь в наборе головки идут 6-гранные. В наборе два рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Вот эта упаковка от набора очень нарядно выглядит. И сам набор, он хромированный, поэтому набор очень красивый визуально, когда вы смотрите на него. Производится набор на острове Тайвань. Омбра — это тайваньский бренд. По комплектации набора. Кстати, вот в наборе идет еще гарантийный талон. Гарантия на наборы Омбра пожизненная. И начнем по комплектации. Три трещотки в наборе, три рабочих квадрата, 1,4, 3 восьмых и 1 вторая. Трещотка на квадрат 1,2 имеет реверс, быстрый сброс головки и рукоятка пластиковая полностью. Надпись Омбра на каждой единице, которая на каждой единице инструмента, который в наборе, и имеет свой номер по каталогу. Эти рукоятки очень удобно сидят в руке. Трещотка 3 восьмых, также на 72 зуба, быстрый сброс. Трещотки в наборах разборные, то есть можно разобрать и обслужить. И трещотка под квадрат 1,4 на 72 зуба, с реверсом, быстрым сбросом, рукоятка пластиковая. Пластиковые рукоятки, они намного живучее, чем рукоятки из резины. Из резины они намного быстрее выходят из строя. Так, имеется разводной ключ, 200 мм длина. Кстати, один тоже очень полезная вещь. На ключе есть шкала размеров. Материал изготовления инструмента в наборе компонали. Так, молоток 500 грамм. Рукоятка деревянная, сам размер молотка, длина составляет 32 сантиметра. Две свечные головки на 16,21 мм внутри резиновой вставки, что исключает выпадание свечи при откручивании. Так, далее удлинители. Удлинитель под квадрат 1,2, два удлинителя 250 мм и 125 мм. Удлинитель по 250 мм также служит Т-образным воротком. Есть вот такой переходник, одеваете и получаете Т-образный вороток. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Два удлинителя под квадрат 3 восьмых 75 мм и 150 мм. И два удлинителя под квадрат 1,4. Маленький, 75 мм. И под квадрат 1,4 удлинитель идет еще один, гибкий, 150 мм. Для труднодоступных мест. Весь инструмент в наборе подписанный. Указываются размеры и что в данной ячейке лежит. Три кардана, 3 восьмых, 1 четвертая и кардан 1 вторая. Карданы скреплены металлическими вставками. Так, теперь самое главное — это головки. В наборе есть даже головки Torx. Головок Torx в наборе 14 штук. Самый маленький размер — это Е4. Torx, и самый большой — это Е24. Далее шестигранные головки. Шестигранных головок в наборе 23 штуки. Самая маленькая головка на 4 мм. И самая большая на 32 мм. Весь инструмент хромирован. Имеет, как я говорил, уже надпись Омбра. Размеры. Номер согласно каталога. То есть вот такой вот. Инструмент очень нарядный. Смотря на него, конечно, на подарок это лучший вариант.
Так, есть переходник с квадрата 1/4 на 3 восьмых. Вот. Одевается на трещотку или на вороток. И можно использовать головки под квадрат 3 восьмых, переходя с 1/4. Головки длинные. Здесь их 13 штук. Самый маленький размер 6 мм. И самая большая головка на 19 мм. Набор бит. Набор бит в специальном футляре поставляется. Вот. Есть переходник для работы с шуруповертом. Вставляете нужную биту сюда и вставляете патрон шуруповерта. Также эти биты используются с отвершечной рукояткой. Вот она. Отверточная рукоятка используется с битами. Есть вот такой вот переходник в наборе. И вставляете нужную биту. Также биты используются шуруповертом. Эта отверточная рукоятка может использоваться и с головками под квадрат 1/4. Рукоятка, кстати, очень удобно тоже лежит в руке. Также имеет номер согласно каталога и имеется отверстие в рукоятке, чтобы можно было использовать трещотку или еще добавить удлинитель. Так, по нижней крышке показал все. И теперь переходим к верхней. Есть магнит для того, чтобы можно было достать упавший болтик или шуруп. Очень тоже удобная вещь. На ручке. Набор Г-образных ключей. Вот. Имеется клипса для того, чтобы можно было повесить на ремень. И набор Г-образных ключей с шаром идет. Две отвертки. Шлицевая и крестовая. Имеют маркировку на верхней, наверху ручки. Рукоятки также пластиковые. Инструмент хорошо защелкивается в своих ячейках, что исключает выпадание. Вот такой вот тестер для напряжения также в наборе присутствует. Далее, плоскогубцы. Пассатижи или плоскогубцы они называются. Длина 150 мм. Рукоятки также пластик. Но пластик очень приятный. Прикасаешься, очень приятно. Сидит, дотрагивается и сидит в руке очень хорошо. Далее, длинногубцы. 200 мм. Так, нож строительный. Дополнительных лезвий в наборе нет. Ну, их можно докупить, они продаются в каждом строительном магазине или инструментальном. Нож полностью из металла, разборной. Так, ножницы. Ножницы из набора можно использовать для резки проводов, металла тонкого. Ну, конечно, толстый металл они не возьмут. Ну, то есть тут написано в наборе, что ножницы универсальные. То есть можно резать все, кроме толстого металла. Также имеет номер. Согласно каталогу. Весь инструмент промаркирован. Так, набор ключей. Ключи комбинированные. Самый маленький размер ключей. Здесь у нас 8 мм. Полностью тоже глянцевые. Хром ванадий указан. Материал изготовления омбра. И номер имеет. И самый большой ключ 19 мм. Так, по комплектации показал все. К
Кейс у нас пластиковый для хранения. Запирание на 4 защелки. 2 защелки спереди металлические и 2 пластиковые по бокам. Кейс состоит из двух частей и скреплен такой пластиковый шарнир или завеса пластиковая. Сейчас я покажу вам габариты самого кейса. Потому что он довольно большой. Так, кейс для хранения коричневого цвета, надпись Ombra, Professional Tools, пластик, ну, пластик жесткий, то есть он проваливается, пальцем нажимаешь, но он жесткий, то есть изготовлен кейс качественно. Запирание на 4 защелки, как видите, удобная ручка и металлические защелки спереди. И габариты кейса, ширина его 53 см, длина его 40 см и высота 10 см. Вес самого набора 10,5 кг. Очень удачная комплектация, профессиональный инструмент и имеет хорошие отзывы покупателей. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал.